Привет всем, меня зовут Шейн Уотс. Это Академия внедорожной езды Dirt Vice. Спасибо, что присоединились к нам во втором томе нашей учебной серии DVD, где мы покажем глубокий анализ всех сложных ситуаций, связанных с прохождением поворотов, торможением и преодолением лежачих деревьев. Основная цель DVD-серии Dirt Vice – это улучшить ваши навыки. А чтобы вам было проще приблизиться к этому, давайте обозначим три основных принципа. Это правило трех S. Меня зовут Шейн Уотс. Присоединяйтесь к нам, ведь мы детально разбираем приемы, используемые во многих национальных чемпионатах. В первом томе мы говорили о грязи, песке и грубом грунте, а также более тонкие вещи, как, например, настройка подвески. После того, как вы выжали газ, нужно очень умело использовать тормоза, чтобы быстро замедлиться до необходимой скорости для следующего этапа трассы. Практически всегда при торможении вам лучше всего стоять, отклонившись назад. Это позволит вам лучше контролировать мотоцикл, удерживать равновесие и не свалиться вперед. Чем сильнее вы тормозите, тем сильнее нужно отклониться назад. Наилучшее торможение происходит прямо перед блокировкой колес. Давайте посмотрим эту демонстрацию эффектного торможения. Я буду разгоняться до одной и той же скорости, до оранжевого конуса. Когда я доберусь до него в первый раз, я использую только задний тормоз, пытаясь остановиться как можно быстрее. Во второй раз это будет только передний тормоз, а в третий – оба тормоза. Этот опыт показывает, что передний тормоз в два раза более эффективен при торможении, чем задний. После того, как вы отработаете все техники, представленные в этом DVD, вы станете намного увереннее и улучшите свои правила 3S – безопасность, сохранение энергии и скорость. We hope to see you out on the trails in the future, but please be sure to use that front brake to slow down. Помните, что плохая техника и скорость хорошо не уживаются. Надеюсь встретиться с вами на треке, но не забывайте использовать передний тормоз, особенно если я еду вам навстречу. Shoot it like Survivor, man.